Да, один парень пришел в церковь. Панк. Длинные волосы, пахнет сигаретами. Он слышал проповедь, и ему говорят: «Дорогой друг, Иисус любит тебя. Иисус отдал свою жизнь за тебя. Пригласи его в свою жизнь, и он изменит тебя». Он в словах их ощутил такую любовь. Он встал на колени, покаялся. Ему сказали: «Мы любим тебя, приходи на собрание». Он пришел в следующее воскресенье на служение. Человеку необходимо время для того, чтобы обновиться и поменяться. Но он пришел в тех же джинсах, серьга в ухе, длинные волосы и сел на первый ряд. Подошел ашер, говорит: «Брат, ты можешь пересесть чуть подальше? У нас тут пастыра, пресвитера сидят». Но он раз пересел подальше. Подходит: «Ты можешь чуть дальше еще пересесть? У нас тут лидеры сидят, домашних групп. Вот тут бизнесмены сидят. Можешь чуть дальше?» И так он дошел уже до последнего ряда. Ашер говорит: «Знаешь, у нас в церкви все очень строго. Сестры в платочках, братья в костюмах. Ты как-то не так одет, не по-нашему. Не мог ли бы ты пойти вот туда вдоль по улице? Там внизу есть церковь. Вот там таких, как ты, очень-очень много собирается». Он сел на ступеньках и плачет. Ведет в этот момент по улице Иисус, подходит к нему навстречу и говорит: «Слышишь, а чего ты плачешь?» Ну, он начал ему рассказывать историю. Вот, говорит, покаялся, пришел на собрание, говорит, сейчас, а меня сейчас уже, так мягко говоря, и не пускают. Он говорит: «Слышь, не расстраивайся, меня уже сюда 10 лет не пускают».